на свете, эх, мне не наяда, эх, только вижу, о, тебя дивие, эх, милой мой, только вижу тебя, милой мой, только вижу тебя. Твоей красотой мы сидели с тобой. А матрёнка за нём с решетом. Чудный Ванька набрал 2 кармана, а матрёнка полно решето. Чудный Ванька ни слова ей не сказал, и в любви ей не признался, а она ждала. Вот такие вот были песни. Я смотрю, всё уже засыпаю, потом засыпаю. Просто на сегодня, как бы, когда мы говорим о жар-птице, мне очень приятно, что на первой жар-птице был выпускник Саратовской государственной консерватории, любимый народом, также лауреат премии, вот, только не «Глаз ангельской России», а «Душа России» Михаил Устинов, наш друг. Вот когда здесь был, когда принимал участие в моей музыкальной программе, и вообще мой соведущий программы «Моя мелодия» Павел Тачков снял с себя сначала пиджак, он говорит, а брюки уже потом, когда они там сидели за чашкой чая, тот и брюки с себя снял концерт, и, в общем, мы ему отдали этот костюм, я ему подарила авторскую гармонию. Птицы из неволи, все, что для меня было и звалось любовью, открываю золотую дверцу, с глаз долой и прочь из сердца, бьются 2 крыла, бьются 2 крыла. Бьют